Ура! Первый закрытый матричный бонус! И на балансе плюс 10 тет, которые доступны к выводу. Приветствую всех, меня зовут Ирина Маркелова, активная участница проекта «Суперкопилка» с октября месяца 2019 года. Зайдем в мой личный кабинет, нажимаем «Партнерка», нажимаем «Матричный бонус» и видим, что у меня закрылась матрица. Вот Наталья, Альбина и Валера. Три человека. И матричный бонус 10 ТЭТ. Вот зайдем в историю операций. Выплата матричного бонуса. Вот 10 ТЭТ мне выплачены на баланс. Зайдем в главную. Основной счет у меня 15 ТЭТ. И они уже доступны к выводу. Выводить я буду чуть попозже, когда сделаю карму 100%. Пару слов о матричном бонусе. Я уже записывала такое видео. Играй, получай дополнительный доход. Большинство людей любит играть и еще больше выигрывать. Тем, кто любит играть, живется легче и удается достичь большего. Проводился вебинар о матричном бонусе. Здесь вы можете подробно почитать, что это такое. А я сейчас открою еще один матричный бонус. Мне понравилось. Нажимаю матричный бонус. Его активация стоит 1 тета. Создать новую матрицу нажимаем. Вы создаете новую пустую матрицу, которая будет автоматически активирована. Стоимость активации одной матрицы 1 тета. И сумма будет списана с вашего основного счета. Активация позволяет новым партнерам добавляться в активированную матрицу новым активным партнером. Когда в матрицу добавятся все три партнера, она будет закрыта, и вы получите бонус 10 ТЭТ. Вам также будет возвращена стоимость активации. Создать за 1 ТЭТу. Создаем. Все, у меня появилась новая матрица. И будем продолжать зарабатывать деньги. Советую пользоваться всеми видами и способами вознаграждений. Это грант, это бонус новичка 10 ТЭТ и 20 ТЭТ, это бонус за отзыв, это матричный бонус. В общем, в совокупности все плюс партнерская программа дают огромные деньги. Вы на них можете накопить все, что вашей душе угодно. Надо лишь приложить чуточку терпения и немного ваших действий. Всем пока-пока, до скорых видео. А моя партнерская ссылочка находится под этим видео.